Короче, всем привет. Я хочу вам предупредить то, что я переделываю заставку, потому что оригинальную заставку я потерял. А там появится новый персонаж, так что я изменю его. Я думаю, как это делать. Вот. Заставка, я его переделаю и все. Потому что я ее потерял. Вот так мы начинаем. Все. Четвертая серия начала. Жил-был Колобок. У него было все нормально. Но потом он встретил Давида. Давид спросил. О, здорово, ты кто такой? Я помню то, что лиса тебя съела, но откуда я знаю? Конечно. Ой, я не знаю, я просто Колобок. Лиса опять съела меня, но потом спас Колобок. Но потом он пошел в гости к другим моим соседям. А ты знаешь, где Бомба? Может, я не знаю. Может, он новый ПК хочет пить? Здорово, я красным стал. Ну, это я экспунгет вычеркнут стал. Представляете? А то был у нас вычеркнутый экспунгет. Ну, ладно. Блин, вчера голосом просто. Ну, ладно. С голосом не беда. Но зато жалко, что тебя больше не будет. Может, ты вычеркнут. Вы понимаете то, что вычеркнут он бывает на серию, а тот как вспомнит. Он не мог прийти, потому что он слишком большой. Ну, я не знаю, он придет или нет. Короче, может тебе замолкнуть, потому что экспунгиты, они хоть и остаются на ненадолго, но они сильны. А вы же про меня забыли. Я Амогус. Я есть в заставке. Ты будешь просто в заставке. Ты пока что не активирован, потому что я тоже был в заставке, но меня не использовали. Так что будь рад этому, понятно? Амогус, иди. Проспись. Почему вы так злы со мной? Зря я жопу показываю. Эм, давайте мы решим. Вы будете батлиться, и мы посмотрим, кто сильнее и кто будет в этой серии. 3, 2, 1, we'll be right back.
Короче, это уже конец. Так как это конец, я никуда не могу вставить заставку. Так что... Может, я поставлю заставку в конце, хорошо? Вы потом посмотрите.